Хохотушки, веселушки, говорушки, непослушки, за животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Всем привет! Вы смотрите самую праздничную программу «День пельмень». И сегодня мы будем отмечать новый, самый веселый и необычный праздник. Обратили внимание на наши лица? Да, мы корчим рожицы, потому что сегодня у нас день смешных рожиц. Я в вашем возрасте тоже очень любил корчить рожицы, но уже не помню почему. Подскажите, зачем вы это делаете? Я думаю, что так смешнее. Если один человек скорчит рожицу, то может даже улыбнуться весь мир. Я думаю, то, что корча рожу, можно показать обидчику свой характер. Ну, драться не надо. Интересная догадка. Если человеку грустно, можно ему показать рожицу смешную. Холодный праздник может быть, если хорошо лодку скорчить. То есть, если ты скорчишь плохую рожицу, то праздник будет плохим? Да. Всем показать, что у кого чтобы у всех было хорошее настроение. А мне в детстве говорили, не корчи рожицу, на всю жизнь таким останешься. А вы в это верите? Нет. Почему? Потому. Я знаю, что никогда таким не станешь, потому что, ну, они так говорят, чтобы мы не корчили такие рожицы. Заботиться о нас? Да. Ты как думаешь? Я этому вообще не верю, потому что я корчу рожи много раз, и со мной все нормально. Конечно же, все с вашими личками будет в порядке. И вообще, корчить рожицы полезно для нашей мимики лица. Показывать язык, кривить губы полезно для нашей артистичности и также для дикции. Давайте представим, что вам на нос села муха, и вам надо ее согнать, скорчив рожицу. Как вы это сделаете? Люди так любят выражать эмоции мимикой лица, что даже придумали смайлики. Говорят, что люди чаще всего пользуются смайликом под названием «лицо со слезами радости». А вы какими смайликами пользуетесь? Дима, это твой любимый смайлик? Что означает этот смайлик? Беззубый и с закрытыми глазами. А ты какими пользуешься? Классный смайлик, мне он нравится. А почему язык высунула? Потому что он дразнится. Корчить рожицы могут не только дети, но и взрослые, но немногие это делают. Как вы думаете, почему? Потому что если корчить рожицы, может у него друг обидится. На взрослого? Да. А я думала, некоторые не корчат, потому что не хотят просто. Просто не хотят и не корчат? Да. Интересно. Я думаю, потому что они взрослые, поэтому им очень стыдно корчить рожу. А дети, они еще маленькие, им ничего не стыдно. Дети не стесняются? Нет. Хорошо. А ты как думаешь? У них нет времени на это. Надо работать. И поэтому они не корчат рожицы? Да. Хотите поднять настроение не только себе, но и своим друзьям? Тогда справляйте каждый день День смешных рожиц. А с вами была программа «День пельмень». Пока-пока!